Да блин, а где этот гребаный шуруповерт? Херачил, короче, два отрезка по что-то где-то приблизительно 20 сантиметров. Два отрезка почти что даже ровных, где-то по сантиметров 10. Что мы имеем? Есть у нас одна деревяга с вырезом и запилом под 30 градусов. Есть у нас деревяга одна просто с запилом под 30 градусов. Есть деревяга просто без запилов, просто все под 90 градусов. Есть у нас еще одна деревяга, на которой нужно сделать угол. Хрен знает какой пока, сейчас будем вычислять. Ну а чтобы было легче вычислить, нужно воспользоваться определенным инструментом. Если его нет, то нужно купить. Как делаю я? Всегда, когда что-то выбираю в интернет-магазине, я обязательно захожу на кэшбэк-сервис Smarty Sale. Ведь Smarty Sale — это сервис, который позволяет экономить на интернет-покупках, получать скидки и экономить на своем любимом магазине. Сейчас с этим сервисом сотрудничают более 1100 магазинов разной тематики. Smarty Sale предоставляет выгодные комиссии до 50%. Поддержка Smarty Sale работает круглосуточно, так что при любой проблеме можно быстро связаться и все решить на месте. А самое важное — это то, что можно покупать прямо со своего смартфона, установив приложение на Android или iOS. После недолгих мучительных расчетов и вычислений вычислилось, что нужно выпилить вот такую вот деревяшечку с углами с двух сторон под 30 градусов. Друзья, сделал я вот такую вот полезную подставку для шуруповерта. Здесь у нас битки, можно сделать больше отверстий, можно сделать подсверла, можно покрасить, если кому угодно. Мне оно ни к чему, мне нравится больше цвет такой. Поработали шуруповертом,
На этом всем пока, не буду отнимать больше ваше время, подписывайтесь, если понравилось, будет много новых идей, тем более сейчас переезжаю в новую мастерскую, там уже можно будет что-то делать более грандиозное. Ну а сейчас всем пока-пока, до скорой самоделки!